Он думал, что такое бывает только в американских боевиках. Но то, что сегодня случилось на глазах у Анатолия, он будет помнить долго. Рано утром, примерно в 7:40, мужчина разговаривал на улице с дворником. Рядом во дворе его соседка Наталья привычно прогревала машину, чтобы ехать на работу во Владимир. В этот момент во двор на автомобиле въехал ее бывший муж, перекрыл ей выезд, а дальше... Выходит с ружьем, сразу подошел к ней. Обошел машину, подошел к окну, бах, один выстрел сразу же. Ну, ей, видимо, в челюсть попал, не в голову, в челюсть. А на бок, и хотел подняться. Не в одна сечка, то вторая сечка. Я Юра, пошел на него. Дошел он до столба, встал он, бах, ей второй выстрел. Я Юра, он в рот засовывает автоматически, бах, бум, и упал, все. Эту сцену в своей голове Анатолий прокрутил несколько раз. И главный вопрос один. А мог ли он предотвратить убийство? Я хотел к нему подойти, когда осечка была. Я испугался. Я до столба дошел. Он смотрит на меня стеклянными глазами, блин, весь белый. Думаю, сейчас еще меня шарахнет. И не стал дальше подходить. Женщину звали Наталья Лебедева. Ей было 47 лет. Она работала в первой городской поликлинике. По словам главного врача, известие о смерти Натальи Анатольевны стало для всех шоком. Она была профессионалом и очень много работала. Ведь надо было поднимает двух детей. Старший учится в музучилище, а младший еще школьник, рассказывает Владимир Савинов. Кстати, с кем останется ребенок, неизвестно, ведь бабушке, по словам соседей, уже к 80. Наталья Лебедева, говорят коллеги, хотела, чтобы 10-летний сын поступил в кадетский корпус. Теперь врачи постараются воплотить ее желание в жизнь. Что же касается проблем с мужем, она никогда не говорила, что ей угрожает опасность. Я знал, что она находится в стадии судебного разбирательства с мужем. Сказать, чтобы вот она просила какой-то помощи или там намеки на помощь именно вот такую, чтобы защитить ее от мужа. Такого никогда не было. Впрочем, о Юрии Лебедеве, который убил сегодня утром жену и покончил с собой в поселке Сокол, тоже ничего плохого не говорят. Жил, как все, не пил. 58-го года рождения. Воевал в Афганистане и Чечне. У него тоже осталось два взрослых сына, как говорят соседи, и один 10-летний от Натальи. Сегодня утром, вспоминают очевидцы, Юрий, как обычно, пришел в гараж за машиной, со всеми поздоровался и уехал, как выяснилось позже, к бывшей жене. Слово, по версии следователей, военный пенсионер сначала пытался поговорить с Натальей, но разговор не вышло. Тогда-то он и достал из багажника ружье. Ружье как раз у него оказалось, как что называется, левое, то есть незарегистрированное. И каким образом оно к нему попало, откуда, это тоже предмет нашей работы. Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено, оно проводится проверка. Уголовно-процессуальный закон позволяет нам в течение некоторого времени проводить исследование всех обстоятельств и только потом принять процессуальное решение. Остается добавить, что полиция и следователи сработали быстро. Трупы и машины убрали, а место трагедии засыпали песком, чтобы дети не увидели лишнего. Кстати, так совпало, что сегодня начались школьные каникулы, и в 7:40, когда произошло убийство, детей на улице не было. Юлия Кузнецова, Александр Мажаров, 6-й канал.